Всем привет! Вы смотрите новости ММА. Сейчас будет интересно. О самых ярких событиях расскажу вам, друзья, со своими мыслями, комментариями, впрочем, как обычно. От вас только лайк с вертухи. Не поленитесь, прожмите прямо сейчас. Давайте подождем, чтобы все успели. Ну а теперь ничего не мешает нам начинать. Приятного просмотра, погнали! Друзья, борс Хамзат Чимаев уже на месте, подписывает постеры к турниру. Кто не в курсе, уже на этих выходных ему предстоит самый главный бой в его карьере против Гилберта Бёрнса. Смотреть можно будет в 6 утра по московскому времени в воскресенье у себя в Телеграме. Я проведу трансляцию с комментариями и обсуждениями. Хамзат Чимаев говорит, если Дана пригласит Ковингтона на UFC 273, Колби вызовет копов. Вот так вот он шутит над Колби Ковингтоном. Ну а почему нет? Все говорят о их возможном поединке. Также Хамзат Чимаев надеется, что Камару Усман будет в углу Гилберта, чтобы навести на него страх. Хочет напугать Усмана. Получится ли? Согласны ли с Чимаевым? Тоже очень интересный вопрос. Ну и давайте послушаем. Много говорит Хамзат перед турниром, перед своим боем, но мы уже к этому привыкли. Это его манера общения, манера подогреть интерес. Так вот, говорит он про Адесанью. «Я думаю, что Израиль подерется со мной. Я не считаю, что этот парень боится. Он подерется со мной, я готов с ним биться. Но это не мой уровень. Он отдал свою спину парню, который никогда не боролся в UFC. Никогда никого не переводил на землю. Не душил, а всегда бился в ударке. Роберт Уитакер забрал его спину. Если я заберу его спину, то для него это будет конец». Не секрет, что многие эксперты, друзья, правда видят бой с Бёрнсом сложнее, чем с Израилем Адесаней. А также Шавкат Рахмонов не впечатлен Чимаевым перед поединком борса. «Если мы будем близко в рейтинге и UFC устроит этот бой, то я соглашусь на него без промедления. Но сейчас неподходящее время, чтобы вызывать его, поскольку у него есть предстоящий бой, и, возможно, он будет драться за титул. Сейчас этот вызов не обязателен. Как только я доберусь до него в рейтинге, мы подеремся». Шавкат четкий боец. Рубка с Хамзатом, если такой поединок случится, будет что надо. Ну и Хамзат прокомментировал заявление Шавката насчет его вызова. «Это кто еще за чурбан?» «Чурбан — это обрубок дерева, короткое бревно, говорит Википедия. Неповоротливый, бестолковый, глупый или бесчувственный, черствый человек, болван, дурак». Вот примерно один из вариантов имел в виду Хамзат, говоря про Шавката. «Он меня вообще не удивляет. Нет ничего необычного в том, что он делает. Чимаев хороший борец, он делает отличную работу в октагоне, чувствует себя уверенно, в отличие от соперников. Но если мы подеремся, то это может быть другая картина, другой бой». Также слова Шавката про Хамзата Чимаева. «Мое мнение, Шавкат очень умный боец и точно бздить не будет борза, как остальные. Думаю, они равные соперники. И повторюсь, это будет очень мощный поединок». Также Висент Люке высказался сопернике Хамзата про Бёрнса. Говорит, «Я верю, что Бёрнс победит. Я знаю, что он очень хороший парень, что он готовится к этому поединку. Он зверь. Все говорят о Чимаеве, и я тоже думаю, что он отличный боец. Нельзя умалчивать о настоящем монстре, который представляет опасность для любого. Это Гилберт Бёрнс». Это мнение Висент Люке. Говорит он, что победит Бёрнс. Бёрнс против Чимаева, друзья, это бой Хабиб против Оливейры. Не знаю, почему-то мне так показалось. Бой, которого мы так и не получили. Также Петр Ян в мощной форме. Вот его фото. Петр рассказал, что сделать со Стерлингом при случае встречи. «Если мы встретимся до боя, то и забьем всю команду». Ну и по классике. Петр Ян пообещал финишировать Стерлинга. Другими словами, закончить поединок меньше, чем за 5 раундов. Понятно, что все это было сказано только лишь в прикол. Делать ему, Стерлингу, ничего никто не будет. Избивать команду накануне боя — это крайне глупо. Но сказал и повеселил болельщиков. Тактаров дает совет Яну на бой со Стерлингом. «Я считаю, что ему нужно быть супер осторожным, особенно в первом раунде. Даже можно его по очкам переиграть, лишь бы только не сделать никаких ошибок. Зарабатывай деньги, Петя, носи пояс чемпиона, который ты единственный в своей весовой категории заслуживаешь, и оставайся таким, какой есть. Успехов!» Стерлинг тоже тут. С ним Элли Квинт и Мирабдвалишвили.
Как мы говорили уже в других моих роликах, на турнире Петр и Хамзат газуют. Очень интересные у них будут интригующие поединки. Друзья, и самое главное, то, ради чего мы здесь собрались, подробности про пресс-конференцию к мощнейшему турниру UFC 273. Итак, в ночь с четверга на пятницу, в 0 часов по Москве, UFC Russia покажет прямую трансляцию пресс-конференции. Ссылку на трансляцию закину себе перед началом пресс-конференции в Telegram. Там же будут и мои комментарии к этому событию, так что заходите в Telegram, у кого есть. Наверное, все уже там зарегистрировались, так что я оставлю название и адрес своего канала в комментариях под роликом. Заходите, подписывайтесь и, конечно же, смотрите. Будем вместе смотреть предстоящий турнир с Петей Хамзатом. Это будет круто. Ну и Хамзат Чимаев и Гилберт Бёрнс на медиа-дне. Посмотрите, кто лучше выглядит из них. Братья, также в Телеграме я провел опрос, кто из вот этих парней, аутсайдеров, может удивить и победить в эти выходные. Заходите и обязательно проголосуйте сами. Переходите на мой Телеграм-канал, он достаточно активный, у нас там дружеское общение. Будет очень круто. Приходите, буду рад видеть каждого. А вот так выглядит новый Чарльз Оливейра. Как вам стиль Оливейры? Оливейра продолжает подготовку к поединку с Джастином Гейджи. А вот так выглядит официальный постер к UFC 274. Турнир состоится, напомню, 8 мая. Ислам Махачев дал прогноз на бой Оливейра и Гейджи. Планирует в этом году уже провести бой за титул, так что интересно, что он думает. Я думаю, Оливейра победит. В последнем поединке с Парье он показал, что значительно улучшил свою борьбу. Он научился переводить своих соперников в партер и финишировать их там. У Гейджи всегда были проблемы на земле, поэтому я думаю, что Оливейра его финиширует. Это будет очень хороший бой, но даже если Гейджи удастся выстоять два раунда, в третьем Оливейра его финиширует. Согласны ли вы с Махачевым? Интересно выразилась правда. Также Махачев подтверждает, что собирается драться за чемпионский пояс в октябре. Вот и говорит, что октябрь текущего года, UFC 281 и турнир в Абу-Даби. А в Телеграм заходите, задавайте прямо там вопросы. Очень хочется действительно отвечать, делиться новостями с людьми. Так что рад буду видеть. Давайте общаться. Ссылка на мой Телеграм в комментарии под видео и описании к ролику. Ну, друзья, срочно также прожмите лайк для охвата, чтобы поддержать мой канал. Видите, что многие ММА-каналы просели сейчас. Надо как-то вывозить. До новых роликов. Сейчас будет полно новостей. Скоро увидимся. Пока.